В воскресенье 2 июня на стадионе «Октябрь» в Москве состоялся дивизион бывших игроков ЦСКА и национальной сборной России Алексея и Василия Березуцких в рамках международного фестиваля «Большие звезды светят малым». Соревнования проходили в двух возрастных группах – игроки 2010 и 2011 годов рождения. Чем больше у нас мальчишек в стране будет заниматься футболом, и чем больше количество известных футбольных людей будут показывать им пример и как-то с ними взаимодействовать, пусть даже какое-то небольшое количество времени, тем больше мотивации будет у мальчишек для занятий футболом. Самое клевое, что сегодня хорошая погода, сегодня очень много детей, родителей, все они играют в футбол, все они занимаются, какой результат. А абсолютно в футболе, я думаю, в их годы абсолютно не важен, главное, чтобы было весело, эмоционально и классно. Погода не подводит, поэтому я думаю, что все хорошо. Среди команд мальчиков старшего возраста чемпионом стал московский «Спартак», обыгравший в финале по пенальти столичный клуб «Чертаново». Бронза досталась московскому «Локомотиву». В младшей возрастной категории победил ЦСКА. В решающем матче армейцы в столичном дерби крупно переиграли «Спартак» 5-1. Замкнул тройку призеров московский «Локомотив».